На то, что по улице Сосина нет ни одного пешеходного перехода, Елена Алексеевна обратила внимание после одного случая. Женщина переходила дорогу, а один из водителей сделал ей замечание, что она переходит в неположенном месте. Но установленного места для пешеходов на Сосина и нет. Горожане переходят дорогу в разных местах. Особенно женщину волнует, что зебры нет у детского парка. С инициативой сделать там пешеходку Елена Алексеевна обращалась в департамент городского хозяйства еще в марте. Но с тех пор дело не сдвинулось с места. Мне сказали, что есть норматив на переход пешеходный 150 человек в час. По нормативу тут вроде никак. Но переход нужен. Звонила я 13 марта. Прошло 4 месяца. Они все думают, делать не делать. Мы дождемся того, что будет трагедия. У нас же дети от дома пионеров ходят, из дворов ходят. По мнению женщины, ситуация усугубляется еще и тем, что на дороге с двусторонним движением плохая видимость из-за припаркованных автомобилей и грузовых машин. По улице Сосина стоят еще два учреждения – военкомат и хоровая капелла мальчиков. Когда я озвучила эту проблему, все удивляются, что его нет. А потом говорят, а действительно нет? Все-то думали, что есть. Ну и потом, в детском саду, в школе детей приучают ходить по пешеходному переходу. Значит, детей в детском парке не ждут, потому что перехода нет. Все вопросы, связанные с установкой знаков и дорожной разметки, решает администрация на комиссии по безопасности дорожного движения. По интересующим вопросам по благоустройству проезжей части жители районов могут обратиться к своему депутату. Он, в свою очередь, выдвинет эти вопросы на комиссии. Есть ли там так смысл об изменении дорожного движения на каком-то участке? Все это будет там решаться. Если это очень важно, то, я думаю, администрация, она в этом плане хорошо работает. Она примет соответствующие меры и начнется работа. По официальному комментарию от департамента городского хозяйства, на заседании комиссии по безопасности дорожного движения приняли решение об устройстве пешеходного перехода у парка Сосина в текущем году.